Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник из коллекции Sorento от производителя Egna. Это потолочный светильник. В коллекции предлагается он один, только в таком исполнении. Диаметр его 31,5 см. Плафон из белого стекла. Есть на нем такой прозрачный узор. И прикреплены 8 каплевидных хрустальных камней. Источник света здесь светодиодный LED-модуль, так как два группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребляет он здесь 16 Вт, а выдает около 130 Вт. Компания Egna предоставляет гарантию на свои LED-модули 5 лет, поэтому в течение этого срока вы можете обратиться к нам как к продавцу для замены данного модуля в случае, если он выйдет из строя. Включенным выглядит он вот так. Цвет свечения у него нейтральный. В кельвинах это 4000. Свет проходит через хрусталь. И на поверхности получается вот такой эффект. Маленькие лучки света как бы создают узор. Освещает он довольно неплохо, но для небольшой площади, примерно 6-7 квадратных метров, крепится светильник плотно к потолку с помощью этого основания. Диаметр вот этой части, которой он будет касаться к потолку, 21 сантиметр, и вот три отверстия для его установки. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок! С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!